День шуток и смеха выпадает не только на 1 апреля. Буквально вчера международному движению КВН стукнуло 58 лет. Солидный возраст веселью не помеха. И с каждым годом планета КВН раскручивается все сильнее. По крайней мере, так утверждают сами КВНщики. Виктория Лимаева подтвердит. Девчонки – жемчужина клинского КВН-движения. Они встретились 5 лет назад. Думали в шутку, а оказалось серьез и надолго. Сегодня о них знают не только в городе, но и в молодежной лиге КВН. Я пришла с другой бывшей нашей участницей команды, а команда уже была. Но она имела совершенно другой состав, совершенно другой, как сказать, стиль. Юмор у нас очень менялся по стилю все это время. Сейчас девчонки вовсю готовятся к серии игр межрегиональной лиги. Репетиции несколько раз в неделю. Ищем изюминку, признаются девушки. Однако удачный образ команды нашли уже давно. На самом деле я хотела сказать, что мы как сыр. Вот реально, все такие разные на одном прилавке. У нас есть образы, то есть у нее она жесткая такая, я дурочка, а это нас строит. То есть это интересно за этим смотреть. Мы жестить, да, любим. У нас вот шутки то детские, то жесткие. У нас вот прям такая как бы... Середина не дано. Клинский клуб веселых и находчивых отметил 21 год, своего рода совершеннолетие. Но в национальных масштабах КВН практически пенсионер, на пороге 60-летия. Именно тогда на советские экраны выходит телепередача «Вечер веселых вопросов», где телезрители остроумно отвечали на вопросы ведущих. А уже позже телевечер трансформируется в легендарные выпуски КВН. Кстати, остроумные ответы и импровизация – ключевой принцип КВН. Своего рода проверка на юмор. И пройти ее сложнее всего, ведь шутку нужно придумать. И несмотря на обязательные мозговые штормы, вдохновение приходит в самый неожиданный момент. Причем шутка – такая вещь, которая может прийти тебе и в электричке, и на улице. Иногда доходит до такого, что ты спишь, тебе это снится, ты просыпаешься, идешь, записываешь быстренько, чтобы не забыть, потому что иногда это очень классно. Итак, остроумие, а еще артистизм, еще одна составляющая КВН-чемпионов. Ведь недаром именно КВНчики регулярно пополняют актерские ряды. Но с этим у наших девчонок все в порядке. Осталось пожелать только чуть-чуть везения. Виктория Лимаева, Иван Першин, Дмитрий Кириллов. Новости дня.